Основной темой для обсуждения на ближайший месяц является тема чемпионата мира по футболу. Разгромная победа нашей сборной в первой игре против команды Саудовской Аравии вселила надежду в наших соотечественников на успешное выступление российских футболистов в домашнем чемпионате. Видеотрансляцию открытия и первого матча славянцы могли видеть на экране городского Дома культуры, который ежедневно используется для трансляции социально значимой информации и выпусков нашей информационной программы. Подобные трансляции самых интересных матчей этого чемпионата будут происходить и в дальнейшем. Фан-зону с торговлей и посадочными местами на городской площади планируется организовать во время трансляции финальных игр. Напомним, что наша сборная следующие игры проведет 19 и 25 июня с командами Египта и Уругвая. Полуфиналы пройдут 10 и 11 июля. Финал же запланирован на 15 число.